Мы следим за судьбой бойца с позывным «Казах» из батальона «Сомали» группа «Гиви», взвод «Танцора». Он был ранен 9 ноября около 4 часов вечера на взлетной полосе Донецкого аэропорта во время атаки моторизованным десантно-штурмовым батальоном украинской армии номер 29. Того, что прорывались украинские танки, но мы как бы не давали им пройти туда, в сторону терминала. И останавливали их танки. Останавливали их там, как 41-го. И ПТРД работало, противотанковое ружье. Мы с РПГ работали. Ну, в общем, я такого, честно скажу, не видел. И шли они как на колонии, мы по ним работали как в тире. Ну, в общем, было весело. До этого еще днем разбирали разобрали около 3 их бетеров. Там вся взлетка усыпана их запчастями. Там, наверное, можно по совокупности новый БТР собрать. Мы оборонялись, потому что они шли на прорыв, как бы, аэропорт — это наша территория, вот мы оборонялись. Большое количество, около 6-7 танков наступало, ну, сдерживали, действительно, мне понравилось, как работали ребята, хотя многие не воюют всего лишь полторы недели, все-таки у «Моторолы» и у нас состав обновляется часто. Ну, потом я пришел, как бы, на этот участок, где мы занимали. И как бы скомандовал, вроде все, ребята работали хорошо. Я хочу отметить одного бойца, его позывной «Лемур» был. Вот, с ПТР работал, как с пулемета. Молодец парень, мне понравилось. Пришел один замыкающий, получается, колонну, танк, мы его подбили. И он начал крутиться на одной гусенице. Добивать так получилось, я считаю, уже нечем. Потому что сработали, уж сколько их и шло, подбивали, забивали их, и уже, знаете, когда... Все есть, нет только БК. Есть желание, есть возможности. Вот такое. Не было чисто боекомплекта. Я видел, что поворачивается его ствол. Но я ребятам скомандовал, чтобы они как бы на землю прилегли. А как сейчас, по свою голову что-то забыл. Отошел чуть в сторону, и получается, сработал этот танк. Сработал, в общем, по вышке. И меня накрыло листами. И такое чувство интересное, как будто с меня скальп сняли. Ну, так мне показалось. Ребята говорят, лежит казах под грудой этого всего металла, они уже, конечно, меня похоронили. Я как пьяный зомби из этой груды вставал, и как бы они обрадовались. Вот так. Это ранение у меня, наверное, всего. Бедра, вот, верхней части головы, вот чего тут еще, бочины, лопатки и шеи. Ну, в общем, весело. В общем, теперь как тот душ шла. Нормально. Четвертое ранение. Дедушку своего уже догнал, который воевал под Сталинградом. На войну закончил старшим сержантом, потом стал офицером, старший лейтенант. Исиналиев Шайдулай. Вот так вот, офицер был такой. Старший лейтенант был, закончил войну. Ранения его сильно мучили. Ну, хороший артиллерист был, хороший. И отец у меня как бы тоже был противотанковый артиллерист. Сам бы с радостью бы, как бы, тем более это для ополчения это очень востребованная специальность. Так как у него ревматизм, и его все как-то уговорило не идти в ополчение, так бы его с радостью. Так. Таким я только не был. В Иловайске был замком взвода, в аэропорту в Нижней Крынке, там командир отделения. Ну, у нас, знаете, чем наше отличие от украинской армии, у нас нет этого командирского идиотизма, когда... Чтобы снять одного, нужно написать документы, нужно то. У нас как бы, у нас очень, никто не обижается всего с одной должности на другую снимать и так далее. Я увидел, что некому командовать, например, на том же участке, где я был. Ну, я бы взял все под свой контроль, меня ребята слушали. Вот и все, как бы. Тут у нас все просто в этом плане. У нас звезды на звезды не смотрят. Сейчас стали как бы вводить, но, я думаю, все будет по-старому. Ребята, одевайте каски, не будьте идиотами, одевайте каски, чтобы потом вот так вот не сидеть, как это. Если бы, наверное, была каска и был бы бронежилет, не столько бы дырок было. Но я, честно, не люблю их одевать. Да, берите пример вот с «Моторолы», с «Гиви», которые ходят в бронежилетах и которые себя защищают. Меньше геройства, больше, как говорится, нормальной работы. Когда выздоровлю? Не знаю, когда выздоровлю, что. Война еще не окончена. А когда будет, неизвестно. Посмотрим. Ну, в каком-то случае все равно постараюсь служить Донецкой Республике. Будь это впрямую опять, как говорится, буду это делать впрямую опять, выходя на танки. Если здоровье позволит, буду это делать опять. Если нет, ну, все-таки у меня юридическое образование, может, как-нибудь в этом плане. Все-таки думаю, что-то я уже на передовой сделал. А так, может, опять на передок пойду.
не позволит здоровье, буду искать более такую работу, более умственного характера. Ну, конечно, в бой рваться буду, я себе знаю. Оксана Волчонок, Дмитрий Русский, телеканал «Новороссия», Донецк.